Итак, друзья, мы начинаем тусовку. Друзей в гостях. Как настроение? Замечательно. Замечательно. Да какой замечательно, ужас. Ужас. Пандемия, карантин, блин, заперли. Делать нечего. Вот так вот. Маски не одели. Маски не одели, да. Сегодня у меня, кстати, все в маске, да? Вообще 500 евро. А, да. Да-да-да. Если я лыжи даже в машине, едешь, то тоже никого не волнует. Итак, у нас первый человек пошел купаться. Супер! Ой, классно как. Водичку подогрели? Тем более. Ага, она такая, знаешь, вообще не холодная. Как будто вот середина июля. Слушай, заходишь, как будто в январе. На крещение. Шикарно. Люблю пандемию, мне нравится. Маску, да? А он хорошо не поплавает, я вот еще. У него хорошая. А чтоб на яхте поехать, надо Мишу. Будите ему мешать. Я думаю, Миша и так катается. Отлично, она не нужна теперь. У нас у кирда просто есть яхта. Где же яхта? Нормально где-то, 15 метров, на 11 метров. Ну, 15 метров нормальные уже. Это стандартный размер такой массовый. Ой, Итак, друзья, сегодня Олег будет готовить паэлью с ребятами. Видите, уже такое приспособление, чтобы ветер не дул. Так что, как вы помните уже эту виллу, сегодня у нас опять будет паэлья негро. Здравствуйте, друзья. Или как ты? Сейчас, подожди, ты говоришь вначале. Привет, друзья! Сегодня у нас с вами в гостях Алексей. Алексей – человек на ходу. Человек – дом на колесах. Алексей, ну как вам пребывание в Испании? Отлично, отлично. Здесь мне очень нравится. Поэтому я в Испании. Я понял. Один где-то. Можно такое, что вам больше всего нравится в этой чудесной стране? Климат. Климат. Самый первый такой, который забирает 70% внимания, и вообще плюс, это климат. Испанки, как вы к ним относитесь? Испанки, не знаю, не знаю. К сожалению, так же языка не знаю, поэтому к испанкам отношусь так удовлетворительно, но не общался, поэтому ничего не могу сказать. Хорошо, следующий вопрос. Как вам люди, которые живут в Испании? Люди, да, отличные люди. Опять же, тоже пока... Тоже глубоко не общался, потому что интеграции нету. А насколько глубоко вы общаетесь? Насколько глубоко? С испанцами? Ну, процентов на 10. Леш, расскажите о вашей истории переезда в Испанию. В мире была уже история переезда. Да нет никакой истории. Решили на автодоме, проехав всю Европу. Ну, не всю Европу, можно, балканские страны Европы. Мы решили... Заехать в Испанию. Вот заехали в Испанию и остались здесь. Все понравилось там, потому что и все. Какое было первое впечатление? Впечатление? Да хорошее. Солнышко, море, супер, расслабон.
Женщина голых видел на пляже. И вот, друзья, начинается процесс. Масло налили. Такое вот готовое, разморозилось. Все. Все ингредиенты. Так это наоборот, Володь, намного лучше, когда женщина запоминает и не записывает. Итак, вдруг, друзья, процесс начинается, мир. Точнее, продолжается. Да, Олег, сейчас что мы наливаем такое? Это бульон из морепродуктов с чернилами, каракатицей. А, у нас сегодня будет у нас паэля негра, да? Да. Получается, слушай, отлично, такая черная все. Друзья, смотрите, черный прям. Бульон из морепродуктов. Сейчас ложку принесу. А вот просто вот из бутылки воды, угу. Вот у нас есть ложка. Итак, вот, друзья, уже видите, мидии готовы. Часть ракушки, рис. Все поэтапно. Это чернила, да? Да, это чернила каракатицы. Это, Гош, сколько ты ручек-то выжил? Четыре пачки. Четыре пачки, слышишь? Четыре пачки ручек выжил. Хватит. Четыре пачки ручек. Итак, друзья, процесс продолжается. Уже вот мидии, ракушки пошли в ход. Есть здорово. Это черное все, да? Да, надо закрокаться. Из крокатицы, слишком черный такой. Негра, да. Негра. Да. Можно высыпать рис. В первое время, конечно, было.
давай не урони.
15 евро. 4.